Сегодня я расскажу, где попробовать самый необычный коктейль в Москве, который называется Fluffy Gimlet со вкусом драгонфрукта, кокоса и лайма. Коктейль получился очень вкусным и легким, а пена имеет сладкий привкус, но ее лучше не есть, а пускать как мыльные пузыри вверх. Для этого выносят специальную лопатку, которые помогут сломать пену. Стоимость 800 рублей. Искать этот коктейль стоит в Чо Азиан, новое бистро паназиатской кухни.